Сестру инстасамки захейтили. Даша Каплан обвинила хейтеров в своих проблемах. У Глеба 3 дня дождя, все очень плохо. Wake up. Кэс на связи. Подписались? Главное правильно. Ставьте лайки. Пристегнулись. Хорошие новости нас ждут. Погнали. Руслан Тушенцов, как и обещал, не отменил концерты, несмотря на недавний неприятный инцидент. Сейчас он выступает на сцене в кресле каталки со сломанной ногой. Спасибо, Питер, что вы пришли все сегодня. Я, к сожалению, пройти к смогу, пришлось доехать. У 14-летней сестры инстасамки уже появилась армия хейтеров. Она совсем недавно начала вести инстаграм, в котором просто постит свои фото. Но даже такой безобидный контент вызывает негатив у пользователей соцсети. Пишут, что она вообще никто без Даши, что фигура у нее не очень, да и вообще она не модная. Все же знают, что Лиза Василенко, девушка Моргенштерна, зарабатывает на OnlyFans. Но ранее у нее были такие интересные, но довольно скромные фото. Она показывала лишь вишенки. Но теперь Лиза уже зашла далеко и показала абсолютно все. Интересно? Увидеть это можно только в моем секретном ТГ-канале под видео ссылка. Подписываемся. Продюсер Глеба 3 дня дождя сообщил, что у артиста все очень плохо. Его состояние сейчас ухудшилось. И он находится в лечебнице без средств связи. Это очень серьезная борьба. Я первый раз вижу такое в своей жизни, да. И человек действительно принял решение просто покончить с этим. И поэтому он лег, закрылся и начал этим заниматься. Все концерты пришлось отменить. Хотя ранее говорилось, что летние выступления все же состоятся. Даша Каплан дала очередное интервью, в котором рассказала, что же ее сподвигло сделать резекцию желудка. По ее словам, если бы не хейт в сторону ее лишнего веса, она бы на это не пошла. В интернете меня травили. Я считаю, что да, я сделала операцию только из-за того, что меня травили. Если бы этого не было, я бы ее не делала. В комментариях пишут, что Даша в очередной раз обвинила кого-то в своих поступках и проблемах. Ее поддерживали тысячи фанатов, но она ведь сама выбрала слушать хейтеров. Ребят, а теперь, кликнув сюда, вы можете интересный предыдущий выпуск посмотреть. Правильно подписывайтесь всегда, колокольчик. И ставьте лайки, если угодно. Пока!